У Виктории большие перемены в жизни. Скоро она выходит на работу после декрета. Чтобы чувствовать себя комфортно, она решила полностью обновить свой бельевой гардероб. И для этого пришла на брафитинг. Меня зовут Виктория, я работаю менеджером. На данный момент я нахожусь в декрете. В скором времени собираюсь уже выйти с него. После кормления у меня поменялась фигура, поменялась форма груди. Старое белье уже не подходит мне. Мне в нем совершенно некомфортно, поэтому мне бы хотелось, наверное, обновить гардероб с красивым бельем, чтобы я была уверена, что я выгляжу красиво. В первую очередь стилист проанализировала посадку бра Виктории. Выяснилось, что чашечки ей сильно малы. Косточки бюстгальтера буквально впиваются в грудь. Образуется пережим. Перемычка не прилегает, а слишком свободный пояс поднимается наверх. Мне неприятное ощущение того, что неуютно себя чувствует грудь как-то в этом лифчике. Я не понимаю, почему. Ваш бюстгальтер по всем параметрам сидит некорректно. Сейчас мы будем определять с вами стартовый размер и начнем примерку. Я с удовольствием буду рада вашей помощи. Стартовый размер стилист определяет, используя модели свитерского рейла. Он есть в каждой примерочной. Стилист не тратит время на поиски, ведь все необходимое всегда под рукой. Правильно подобранный бюстгальтер обеспечивает комфорт ежедневной носки. Виктории больше не придется поправлять бра в течение дня. Теперь грудь надежно зафиксирована на месте. За счет плотного пояса обеспечивается надежная поддержка. Как ощущения? Вам комфортно? Чувствуете разницу в ощущениях по отношению к вашему бюстгальтеру? Да, здорово, очень комфортно. Так прилегает к груди, и бретельки никуда не ходят, то есть они на месте. Мне очень комфортно. Сейчас я отправлюсь на склад и принесу несколько вариантов по вашему запросу. Хорошо, спасибо, ждем. Можете пока располагаться, накиньте халатик. В салоне бельевого стайлинга представлено более 50 брендов. Именно поэтому сюда пришла Виктория. Она не хотела тратить время на беготню по магазинам. Здесь она получила большой выбор в одном месте. Я принесла для вас несколько вариантов. Давайте начнем примерку. Как здорово, такие красивые. Виктория была удивлена, как много бюстгальтеров ей на самом деле подходят. Большую часть своей жизни она носила бра с пушапом и даже не рассматривала другие варианты. На самом деле для каждой женщины можно собрать оптимальный бельевой гардероб из разных моделей. Я подобрала вам спортивный бюстгальтер. Как вам ощущения? Отлично. Себя отлично чувствовали. Вы наверняка ведете активный образ жизни. Да, конечно. Я постоянно с ребенком бегаю, прыгаю. Угу. Ну, в таком случае нам просто необходим спортивный бюстгальтер, потому что после кормления, когда грудь приходит в форму, ей необходима интенсивная поддержка. Особенно, если какие-то более активные занятия. В таком случае мы сохраняем нашу грудь от висания и потери формы. Вы можете попробовать в нем попрыгать и почувствовать, что грудь зафиксирована. С удовольствием сейчас. Да, она вообще не двигается. Мне это нравится. Виктория раньше носила 80B. После брафитинга выяснилось, что ее стартовый размер 65D. Разница будет особенно заметна под одеждой. Контуры бюстгальтера больше не торчат из-под футболки. Фигура выглядит идеально. Мне очень нравится эта модель, она комфортная и помимо этого она очень красивая, потрясающая. Мне очень нравится. Спасибо большое за помощь стилиста. Сама я не умею подбирать белье, поэтому мне очень приятно, что со мной поработали. Раньше я носила бюстгальтер намного больше и даже не догадывалась, что на самом деле у меня другой размер. Это очень интересно. Много всего можно узнать. Я не знала, что нужно укладывать особым образом грудью в бюстгальтер. Просто одевала и бежала по делам. Носите с удовольствием, приходите к нам снова. Я рада, что мне подобрали все, что я хотела, по моему вкусу. Мне очень нравится, что я могу не сама подбирать себе белье, а есть стилист, который в этом мне помогает. Это очень приятно и комфортно. Когда тебя слышат, о тебе заботятся.